последний раз услышите. Ну а сейчас на сцену я приглашаю выпускницу факультета математики. Я ее оставила напоследок, потому что у нее там в Москве еще не так сильно поздно, как у нас с вами. Лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Также она обладательница дважды, по-моему, гран-при «Весна-студенческая». Екатерина Ситникова, теперь она уже Емельянова. Непривычная Ситникова. Встречайте. Поддержки областной телекомпании «Южный Урал». Спасибо им от нас.